мы будем учить из Дворим ше колихат митану карат вар элефамим. Благовестие Йоханана, и многие из нас слышали то, о чем я буду говорить. Аз ми ло кара аф пам бисурат Йохана. Скажите те, кто никогда не читал Йоханана. Я. Можно, можно. Они мамаш мацея и мишу бикре шахатую ло кара. И я советую тем, кто случайно забыл, что он не прочитал все еще. Ликро. Таки пришло время прочитать. Или Йоханана Ямабат Мамашка Зашуне. Потому что именно Евангелие от Иоанна имеет иной угол зрения относительно других Евангелий. Айтало Матана. У него был особенный дар. Аматанаша Йохана Лагат Бенефиш. И дар Йоханана был прикоснуться к душе. И не всегда мы всякое слово понимаем, всякое выражение, которое мы используем. Тем более, что это было написано 2000 лет назад. И мы не всегда можем знать, что именно за контекст, о чем именно они разговаривали. Но всегда, когда лично я читаю Евангелие от Иоанна, они мордище руха ходишь тилу ноге бамнефиш. Я чувствую, как Дух Святой прикасается к душе. Аз аба, они не полеще это тифтах либо вот шелану. Отец, я молюсь о том, чтобы ты открыл наши сердца. Ветазор лану ликабель давар. И помоги нам принять Слово Твое. Вашем Ишуа, Вашем Ишуа. А за ним открыли кроме Басурат Йохана Миперек Шалош. С третьей главы мы начинаем читать. Вани ханти арваши урим царим. Я приготовил 4 коротких урока. Женя, они роя шахевры шелха шам миталхим лайк дали хронам работ Ишуа. А, Ишуа Нор, Машу Бенфрай, понятно. אחד הפרושים מדיגי היהודים נקדימון שמו בא אל ישוע בלילה ואמר אליו רבי אנחנו יודעים כי מעת אלוהים באת להיות מורה שהרי אין איש יכול לעשות את האותות שאתה עושה אלה אם כן אלוהים איתו חשיב לו ישוע ואמר אליו אמן אמן אני אומר לך אם לא יוורד אדם מלמעלה לא יכול לראות את מלכות האלוהים. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Ишуа ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Ишуа сказал ему в ответ: «Истина, истина, амен да амен, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Окей, а нас нарутим лимот, кама шиурим, а шиур решен. И вот первый урок. Шиур решен несим. Чудеса. Нес. Чудо. Несим шатау се. Чудеса, которые ты творишь. ואני רוצה להגיד ש... כמה ממכם ראיתם פעם נס? Я хочу спросить, как много из вас видели когда-нибудь в своей жизни чудо? Нес гадоль о катан. Не важно, большое, маленькое. לא כולם, אבל כן, זה טוב להיות אמיתי. Это хорошо говорить то, что есть. Я вижу, что есть. Атем идем במסורת היהודית. Вы знаете, в еврейской традиции... Не люблю слово традицию, я скажу так, в еврейском взгляде... Чудо не является чем-то определяющим. Коренес или коренес, это не должно влиять на нашу веру.
Если мы видим чудо или мы не видим чудо, это не должно влиять на нашу веру. Кама же зелё нишма музар. И насколько это не слышится вам странным. Но это такое общее заявление. Я думаю, что это достаточно мудрое заявление. И представьте себе, Иешуа, он поддерживает такую точку зрения. Однажды Фоме, он говорит, ты уверовал, потому что ты увидел меня воскресшим. Раита нес. И увидел чудо. Ве иманта. И тогда ты поверил. Авал ютер мивурахим эле шелорау клюм ве маминим. Но более благословенны те, которые уверовали, не видя. Хумар Иешуа румезер машу меод меод иуди. То есть Иешуа намекает на что-то очень еврейский взгляд такой. Ве умер ше эмуна нолэдет бетох либейну. И он говорит так, что вера рождается в нашем сердце. Это может, в этом может принимать участие чудо. Но какое-то действие сам Бог производит внутри нашего сердца. И оттуда рождается наша вера. Эмуна заменила лёля амин. И это слово «вера» мы знаем, что однокоренное слово к этому, оно исходит от верности. То есть доверять тому, за кем ты идешь. Иван Тимоти? Вы меня поняли? Аз эмуна клай, везе бэцэр мапад шел танах, лё цриха ламод, литбасэс аль нисим. То есть точка зрения Танаха в том, что наша вера, она не должна основываться на чудесах. Чудеса не должны быть фундаментом нашей веры. Но когда мы читаем Танах, мы видим, что особенно еврейская природа, она просто голодна по чудесам. Дай нам чудо, 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 дай нам чудо. И вот Рав Шауль Павел, он пишет Коринфянам, он говорит, греки, они все мудрость ищут. А евреи, им чудо давай. И как факт, Богу приходится в еврейской истории вставлять много чудес. Это правильный перевод. И мы видим Моше. И колдуны фараона. И мы видим чудеса. И чудеса Мошины, они превозмогают чудеса колдунов. И нечто подобное мы видим в Вавилонском пленении, был некто Даниэль, пророк. וגם שם פתאום יש לו יכולות שלמחשבים של בבל אין מספיק להם עוצמה לעניין הזה. Его способности, которые дал ему Бог, они превосходят те способности и колдунов вавилонских. אז מצד אחד, תנ"ך אומר, אל תסמוך על נס. С одной стороны, תנ"ך говорит, не рассчитывай на чудо. Но с другой стороны, наша природа желает чудес. וכתוב בפרשת שבוע ראה זה ספר דברים פרק 13. Книга чисел 13 стих. Второзаконие. 13 глава парашат шבוע ראה. Парашат смотри. ושם כתוב. Написано так. אם תקום בקרבך נביא. Написано так. Если восстанет среди среды твоей пророк. И он будет всякие чудеса.
чудеса и знамения делать, то ты проверь, о чем он говорит. Потому что не всегда чудеса – это показатель кошерности. Иногда чудо увлекает нас поклоняться идолам. Так что будь осторожен. С одной стороны, будь осторожен. Но с другой стороны, наша природа, особенно еврейская, очень хочет этого. И Павел говорит, ревнуйте по дарам духовным. И понятно, что дары Духа Святого – это по определению изначально нечто сверхъестественное, чудо. Что делать? И вот Никодим говорит Иешуа. Мы знаем, что ты пришел от Бога. Потому что твои чудеса, которые ты делаешь, невозможно делать, если ты не будет с тобой Бог. И я думаю, что из этого мы можем вывести аллахическое правило. Не базируйся на чуде. Но всегда будь готов к чуду. Очень может быть, что Бог хочет использовать тебя. Особенные какие-то, в особенные времена. И очень стоит нам задуматься о тех временах, в которых мы живем. Потому что все вокруг говорят, что шаги Иешуа приближаются. И может быть, сейчас время поднять, воздеть руки к небу и сказать, Отец, дай мне дары Духа. И скажу иначе. Уже, скажу так, каждый из вас уже имеет дары Духа. Но иногда мы боимся дать им волю. Так что имеет смысл молиться, Отец, позволь мне быть инструментом в твоих руках. Это первый короткий урок, который называется «Чудеса». Итак, Никодим говорит ему. А у тот, что ты осе, эле и вшав ласот им Элохим ло итха. У чудеса, которые ты творишь, невозможно делать, если Бог не с тобой. Ве они курят пасук шалош, шило Иешуа вамар. И третий стих я читаю. Амен, амен, ани омер леха, им ло ивалед адам милимала, ло яхол лирот эт малхута Элохим. И Иешуа сказал ему в ответ, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Ашив Иешуа ואמר, אמן אני אומר לך, אם לא יוולד איש מן המים ומן הרוח, לא יכול להיכנס למלכות האלוהים. Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иешуа отвечал ему, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в царство. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Я думаю, что многие из нас, когда мы слышим вот эту фразу «рождение свыше», мы знаем, что мы уже представляем себе, это что-то такое, что об этом уже тысячу раз слышали.
А есть такие, говорят, а, да-да-да, я родился с Мишей. Они зухелят аргашот аэле. Я помню, помню. Есть анашим, что умрим, а запихлял лидам или мало. А есть другие, которые говорят, а что это вообще такое, рождение свыше? Они лифамим мивакер кнесиот гдолот меот ба холан. Иногда мне приходится посещать большие церкви в Голландии. Шеем ло харизматиот. Они не харизматы. Эм бихлал ло мавини мазели валет минимал. Они вообще не понимают, что это такое родиться свыше. Абал еш лэм ассоциация меот хазака, ша нахну маамини, ва ишо, нахну гуфа машия. Но они четко знают, мы верим в Иешуа, мы его тело. אז איך להבין את העניין הזה? Так как мы будем понимать? קודם כל אני רוצה לברוח עכשיו מדוגמה, מדוגמטיזם. Я в первую очередь хочу сказать, то, что я буду говорить, я хочу отойти от догм. ופשוט ללמוד את הנושא. И просто попытаться понять эту тему. קודם כל אנחנו רואים שנקדימון. Прежде всего, мы понимаем, что Никодим. Но тем лану по идут мед хазар. Свидетельствует, и свидетельство очень сильное. У Накдимон, у Хавер Санхедрин. И этот самый Никодим, он член Санхедрина. В Мацушем Шело Рак Лора Бабрита Хадаша, или Гам Беспарим Ахирим, Мацушем Накдимон. И его имя фигурирует не только в Новом Завете, но также в других раввинистических писаниях. Уая Иш Микубат Бе Кигила Иерусалай Бамеа Ришана. Это был уважаемый человек Иерусалимской общины. Уая Хелет Ме Санхедрин. Он был член Санхедрина. Санхедрион. Рабим Митану Афидурову Вини Мазалют Хелет Шел Санхедрин. И многие из нас даже не представляют себе, что это такое быть членом Санхедрина. Аиш Лаги Лемакома Зая Царих Лют Мамаш Иш Мелумат Вемикубат. Для того, чтобы быть членом Санхедрина, нужно быть очень сильно уважаемым человеком и очень сильно образованным. Намек, маленький намек. Минимхем зухер решиналя коринтим перек шлошесре, перек алахава. 13 главу из послания Коринфянам, первое. Кто помнит? Не зухер. Кто помнит? О любви там говорится. Зухрин? Кто-то помнит? Добре, сделай это телефон, сейчас смотрела. ושם כתוב, ידעת את איסנה? בהתחלה, אם לא מדבר, אם מישהו מדבר כל שפות ויכול להבין מלאכים, אבל אין לו אהבה או כלום. Там написано так, что если кто-то может разговаривать на всех языках, и даже на ангельских языках, но в нем нет любви, то он ничего не понимает. Сухрим это посуду. Помните это? Если, помимо нашим хошвим, וזה גם בסדר. Иногда люди думают, и с моей точки зрения, ну и ладно, пусть идти. Шауль ромес по тфила балешанот. Что Шауль здесь намекает на молитву на языках. Савир ланех шекен. Очень может быть, что да. Авалё бейхрах. Но совсем не обязательно. Ки еш от диа. Потому что есть другая точка зрения. Ши еш ло полемика. С которой он полемизирует. Им хаврей санхедрин. Он фактически обращается к опыту членов Санхедрина. Ки, а я дрыша. Потому что одно из требований, чтобы быть членом Санхедрина. Бишвилиот хавер Санхедрин, рож Санхедрина, я хаяв лидабер шевин сафот. Председатель Синедриона должен был разговаривать, владеть 70 языками. Ве уая амур, башевин сафот, латет הסבר בדברים בסיסיים של תורה, מדיצינה, ביולוגיה, הבניית העולם. И на 70 языках он должен был быть способным изъяснить основы Торы, основы творения, биологии, и что еще? Медицина. Медицину. Бебрият аулам. И творение мира. Лама. Почему? Ки бамабада йогуди. Потому что с точки зрения иудейской баулама юшевим амим изначально в мире были 70 народов, которые произошли от Ноаха, ше сатуме дерех элохим, которые уклонились от пути Божьего. Ве элохим бахар бам Исраэль бишвили йод море лешевим амим. И Бог избирает
свой народ, Израиль, чтобы этот народ был учителем, который вернет эти 70 народов, уклонившихся, на путь Божий. Как много из вас знают два языка? Два. Лёра, кама шалош? Кто знает три? Кама арба? Кто знает четыре? Яфе. Кама хамеш? Кто знает пять? Они роя яд эхад. Кама шеш? Кто знает шесть? Нигма. Я встретил на днях одного турка, который не включая азербайджанский, потому что он похож на турецкий, знает 8. Причем по-русски говорит абсолютно без акцента. Ине. И по-немецки мы с ним поговорим. Йосиф Шулам сиперлищи уюдея шмоне. Йосиф Шулам, он знает 8, ему до Санхедрина доучить 62 и быть. У Амарши Аба Шилуя до 15. Так вот его папа, Йосиф Шулам, знал 15, он был ближе. Он был советником Бен-Гуриона. Но это все-таки далеко от 70. Так вот, Никодим. Он был членом Санхедрина. И он приходит к Иешуа. И он свидетельствует. Ты и шел от Бога. Это достаточно авторитетное свидетельство. Мы что-то здесь выучили. Иешуа ему говорит, если человек не родился свыше, он не может войти в Царство Небесное. И Никодим был слегка взволнован, он не понимал вообще, о чем речь. Это немного странно. Потому что в книгах первого века новой эры мы читаем, что мусар лебалет михадаш заякая в киила иудит. Потому что само по себе понятие рождения свыше уже было в еврейской культуре. Но в рамках еврейской общины это говорило о некоторых несколько. Если ты был инородец, и ты присоединился к израильскому обществу, ты родился свыше. Им хазарта бичува, это мамаш рахок мелуи, хазарта бичува, азата нолада михадаш. Если ты в свое время ушел от Бога и теперь и был далек от Него, и теперь ты вернулся к Нему, ты родился свыше. Им ата муамад ле мамад гавуа ле дугма ле йод мелех Исраэль, нолада михадаш. И если ты претендент на то, чтобы стать и становишься царем Израиля, ты как бы рождаешься свыше. О, имит хатанта. Или ты женился. Ти. Все буду замуж выйти или жениться. Нахон. Ти. Шнаем бияхат, зебрия хадаша, беквара тамашо хе. Да, потому что двое становится одна плоть, и ты уже нечто новое. А ты рождаешься. Иманахну нашве это мусагима или Димон. Так вот, если мы соберем все эти понятия, которые были в еврейской культуре, и сравним с тем, о чем речь в случае с Никодимом. Он не видит здесь, он не понимает еще. Он не соответствует. Он? Димон не соответствует. Никодим не соответствует тем, о чем случилось. Он уже женат. Он не собирается стать царем Израиля. Он не из инородцев, чтобы стать... Он не был удален от Бога, чтобы ему покаяться. Он уже имел все это. Иешуа ему говорит, нет, ты должен родиться. И вот Иешуа его направляет. Он говорит ему, ты должен родиться от воды и духа. Что это значит родиться от воды? И мы все слышали о погружении в воду. И в еврейской традиции мы знаем, что есть миквы, в которые погружается человек, и он обновляется.
Но есть другое объяснение этому понятию. Анахну курим ба сефер шел Йосефус Флавиус. В книге Йосефа Флавия мы читаем. Шайта шамейзишу милхама. И он описывает войну. Не буду в частности вдаваться. Баэзишу шлав Йосефус ба ле анашим ба Исраэль. И вот Флавий на каком-то этапе он приходит к израильтянам. Он говорит, вам нравится то, что я делаю для вас? Они говорят, да, Йоси, Йоси, да. Он говорит, так погрузитесь вот, Йоханан. Йосеф Флавиус. Вот, так вот, Йосиф Флавий говорит, тогда погрузитесь в воду и следуйте за мной. Маза умер. Что это значит? Эм митахдим им район шел Йосеф. Это означало, что они, погружаясь, они как бы соединяются с идеей Флавия. Вемаша нахну руим кан. И то, что мы видим здесь, не хотим. Йешуа мавеет от смо. Он, Йешуа, приходит. Лёке махзир бечува. Не тот, который приносит покаяние. А ты видим, есть махзирей бечува. Есть такие, вы знаете, есть люди, которые, служение которых связано с покаянием. Везе мамаш мешиха бечува. Йохана манабил, уэ махзир бечува. И как раз Иоанн, погружавший в воде, так называемый креститель, он как раз имел служение в Билли Грэм, я махзир речува. Билли Грэм еще тоже. Шамат хашев Билли Грэм. Кто-то слышал? А не хашев. Айом, им анахну медабры, ми ба арец Исраэль махзир. Бечува, ешь кезе баху башем Йосеф Амнон, или Раби Амнон. Да. У махзир бечува, раби. Если сегодня мы будем говорить о вот, служении каятелей, то есть такой Рав Амнон, сефардских евреев, и он, который просто по всем городам наступает. Так вот здесь Иешуа не обращает людей к покаянию. Во многих местах в Новом Завете сказано Иешуа так. אומר תחזרו בתשובה כי קרב עליכם מלכות השמיים. Он говорит покайтесь, потому что приблизилось к вам царство небесное. הוא לא מחזיר בתשובה. Кает людей. Умахрис, что иткарва малхут ашамай. Он провозглашает приближение царства. Мециют ахерат легамре. Он провозглашает совершенно новую реальность. Де умер. И он говорит. Им атем титавлю ба май. Если вы погрузитесь в воду. Ливален ме май. Родиться от воды. Клумар тикаблю это концепт, что они мави лахем, что тем миткарвим алай, ки они манеги шел малхут ха-хадаша. Таким образом вы присоединитесь к этой идее, которую я провозглашаю, что я лидер царства, движения к Царству Небесному. Аз атем гам титбалю беруха кодеш. И вы также погрузитесь в Дух Святой. Вахар как анахну ломдим ба масе шлихим. И в Деяниях Апостолов мы читаем. Бедюку та сипур. Тот же самый рассказ. А наши квар итхабру им ешо дерех твила. Люди уже через погружение соединились с Йешуа. Ве омер хаку ба Ярушалаем, адше яво алейхем руаха кодеш. И он говорит, ожидайте в Иерусалиме до тех пор, пока не сойдет на вас Дух Святой. Что мы из всего этого учим? Они харти им шила, а им, ливалет михадаш зерегеш о машуахе. Я начал с вопроса, является ли рождение свыше переживанием каких-то чувств или нечто иное? Они мистакелька. Я смотрю здесь. Шекен, рогашотами холим льет. И вижу, да, чувства могут присутствовать, но могут и нет. Но рождение свыше – это наше решение. Наше решение присоединиться
и к тем, кто следует за Ишуа. И так, в таком случае быть открытыми для того, чтобы для прикосновения Духа Святого, когда Он может прикасаться и Он может управлять. И хочу вернуться на неделю назад. Здесь стоял Макс Кац. И он о чем-то очень интересном учил. И он говорил, что наше тело нуждается, чтобы периодически мы брали отпуск. Но он говорит так, что нет отпуска от Бога. ואם אתה אמרת לאלוהים, אני מסכים ללכת אחרי בנך, אז אל תיקח חופש מזה. И если ты провозгласил, ты сказал, я обещал Богу, я соглашаюсь следовать за твоим сыном, то ты не можешь сказать, что я хочу взять отпуск от этого. האם נולדת מחדש? Родился ли ты свыше? תשובה מילולית שלך לא שווה כלום. Твой словесный ответ в принципе ничего не стоит. А филу, а там маргишь машу, ло маргишь. Вне зависимости, чувствуешь ты, не чувствуешь, это вообще ничего не значит. Единственное, что может указывать на то, что ты действительно родился свыше, и кто-то может сказать, что это? То, как мы живем. Плоды. Ты можешь быть профессором теологии. А родился ли ты свыше? Я знаю. Ты можешь делать чудеса и знамения. Родился ли ты свыше? Я не знаю. Только одно может сказать нам. Пирут. Что ты родился свыше. Миштана орхаи. Плоды духа. То есть орхаи. То, что изменил своей жизни. Действительно ли мы соответствуем требованиям Всевышнего? Это второе. Третий урок будет коротким. אז אנחנו מסתכלים באותו בשורה, Мы смотрим то же самое Евангелие, Иоханн 3 глава. ואנחנו קוראים פסוקים 13-14. С 13-14 стихи мы читаем. Ишуа אומר לנקדימון. Ишуа говорит Никодиму. איש לא עלה השמיימה, מלבד זה שירד מן השמיימה בין אלוהים. וכמו שהגיב משה את הנחש במדבר, כך צריך שיורם בן האדם, למען יהיו חיי עולם לכל מאמין בו. כי כה אהב אלוהים את העולם, עד כי נתן את בנו יחידו, למען לא יובד כל המאמין בו, אלא ינהל חיי עולם. Никто не восходил на небо, как только сошедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моше вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Я хочу говорить об этих стихах, прежде чем мы будем принимать причастие. Альма по кату, миу Иешуа. О чем здесь написано? Кто он? Катувка, ше уйцтарех льет мурам, мин хаадама, кмо нахаш, кмо нехуштан. Здесь написано, что он, ему должно быть вознесено подобно змею медному, которого вознес Моше в пустыне. Кто-то помнит этот рассказ про змею в пустыне? Ага, Михаил говорит Моше, «Ло тов лану кан, руцим бахазора ле Мицраим». И народ стал жаловаться, Моше говорил, «Нам здесь нехорошо, нехорошо, нам здесь, мы хотим назад в Египет». «Нема славы на Элухим азе». «Достал нас этот Бог уже». «В
Ba'etzem, zayu milim ra'im. И это были плохие слова. Zaya idut ra. Это было дурное свидетельство, злое свидетельство. Zaya kmoshe satan nichnas lespatayim shel am Yisrael. Это то, что в иврите говорят, не открывай свои уста для сатаны. Как будто сатана говорил через эти. Kmo em apchul yot kmo nachashim. Они были подобны змеям. И они говорили, да стало мы хотим. И мы читаем, что змеи стали жарить. И люди стали умирать от укуса. בקיב ובצעקה רבה התחילו להגיד משה עזור לנו, עזור לנו משה и в боли и в великом крике они обратились к Моше Моше, помоги, помоги нам וכתוב אלוהים אמר למשה תרים נחושתן и написано, Бог сказал Моше вознеси медного змея כלומר תרים דמוי של החטא שלהם то есть подними и покажи им образ их греха. И если они признаются в этом, они увидят его, они согласятся с этим, и они, то, что они делали, они исцелятся. Это то, что там происходило. И вдруг Ишуа говорит, они, я, לפני כמה דקות נקדימון אמר עליו איש מאלוהים אתה. Несколько минут назад Никодим сказал ты человек Божий, ты шел от Бога. Вуамар, они якмо нахаш, вы нахаш, зе дмучил хэд, хэд абсолютно. И вот Ишуа говорит, что я образ того самого медного змея, который есть образ греха, абсолютного греха. Вы они, царых льет мурам. И я буду вознесен подобно ему. А им зелю абсурд? Это не это ли есть абсурд? Мишу ше ахи кадош, питом умер от цумо, они хэд. Хэд. Тот, который был самым святым, вдруг провозглашает о себе «Я есть образ греха». Как это понять? Очень, очень тяжело. Но если мы перепрыгнем в другое место Писания, и, например, послание Колоссянам, там написано, что в Мессии есть мло של אלוהות בבשר. Есть полнота Божья во плоти. ואנחנו יודעים שהביטוי הזה מוליד כל כך הרבה אי-הבנה. И это выражение мы знаем, что оно рождает настолько много непонимания. אנשים מתחילים, מאמינים, מתחילים להילחם אחד עם השני. И вот верующие выражаются, начинают воевать друг с другом. У אלוהים. Одни говорят, он Бог. Ахрим, улей Луги, убей Луги. Другие говорят, нет, он не Бог, не написано, написано, что он Сын Божий. Аваль, зебо магбин, не маши карега карати. И это параллельно тому, о чем я только что прочитал. Ухет. Он вообще махет. Ми убихляй. Он грех или он просто взял грех на себя? Кто он такой? Ты видим, ты ходишь. יש הרבה ביטויים שאפשר לדון עליהם שעות, שנים, אלפי שנה. И вы знаете, в священных писаниях есть много таких мест, над которыми можно спорить часы и дни и годы и тысячи лет. ויש דיונים כאלה כבר אלפי שנה בגוף המשיח בעולם. И мы видим, что уже 2000 лет тут и там происходят вот такие споры. יש בתורה סוג של מצוות שנקראות חוקת. И в Торе есть определенный вид заповеди, который называют закон, хука. וחוקת האלה זה קשה להבין אותם. И их сложно понять. אומרים שהם אירציונליים. И говорят о том, что они иррациональны, поэтому их невозможно понять. מי זוכר חוקת על פרה אדומה? И кто-то помнит заповедь о красной телице. Питом парадума. И вот вдруг красная телица. Сорфимота. Ее сжигают. Веха. Эфер. Эфер. Афар.
עפר שלה מתאר בן אדם שתמם מנגיעת מת. И вот пепел этой царицы, он очищает человека загрязненного от прикосновения к мертвому. איך זה עובד? Как это может быть? אף אחד לא מבין. Мы не можем понять. אבל מצווה קיימת. Но есть заповедь. ומי שמשתמש במצווה הזו, и вот тот, кто употребляет эту заповедь, לפני 3000 שנה היה מתאר את עצמו, 3000 лет тому назад, он и очищал себя. ומי שלא היה מתכוון להאמין בזה, לא היה מתאמץ. И тот, который не верил в эту заповедь, тот был просто нечистый. כשאני רואה את ההכרזות על ישוע, когда я вижу провозглашение о Иешуа, כל מלוא אלוהות היה בו. Написано, что вся полнота Всевышнего была в нем. О, הוא אמור להיות כמו נחושתן מורם, כסמל של חטא שלנו. Или он должен быть подобно змею в пустыне, как символ греха вознесен. Они умерли от змей. Я говорю себе. Леон, ты отцор, лахшов аль дварим аэле. Леон, остановись напрягаться на все эти вещи. Ки каше лаавин. Потому что их сложно понять. А им они царих лахшов аль дварим аэле кабелу там пашут беремуна. Должен ли я просто остановиться в том, чтобы и не принимать их своей верой, простой верой? Кмуван шело. Нет, конечно. Они царих лекабелет. Я должен принять. Риштамешеце кми кехука. Я должен использовать это подобно, как эту заповедь, это красный тили, просто использовать это как закон. Мавин или омавин? Не важно даже, понимаешь ли это или нет. А как же заувет? Главное, что оно имеет силу. Иешуа афах льет хет. Авури. Иешуа обратился грехом для меня. Уафаг льет зе ше сафаг хет шели аль ацмо. Он стал тем, кто взял от меня грех и принял его на себя. Ютер мизе хет шель улам куло. Больше того, он принял грех всего мира. Вим кату бетеплей кодеш. Если в Священном Писании написано. Ше мло элохут аю бог. Что вся полнота Всевышнего была в нем. Это сложно понять. Но кто может запретить мне использовать его имя? Потому что есть сверхъестественная сила в его имени. И я раз за разом провозглашаю. Аба, отец. בשם ישוע, под имя Иешуа Мессии, מודה לך, благодарю тебя, שהוא כיפר אותי לנצח, что он избавил меня, он искупил меня навечно, ופתח לי דלת אליך, и он открыл мне дверь к тебе, בשמו, под имя его, בשמו, под имя его. אני חושב שזה הכלים פרקטיים. Я думаю, что это практические вещи, שאלוהים נתן לנו להשתמש, который Бог дал нам использовать. Даже если мы многого не понимаем. Да, и не для того, чтобы мы были фанатами. Но чтобы мы действительно были связаны с приближающимся Царством Небесным. אנחנו בעוד שני דקות через 2 минуты мы начнём участие. אני רוצה לבקש מכולכם, я хочу попросить всех вас לחזור אחריי בתפילה פשוטה, повторить за мной простую молитву. אבינו מלכנו, отец наш и царь наш, חזרו אחריי, повторяйте пожалуйста за мной. אבינו מלכנו, отец наш и царь наш, תודה שאהבת אותי. Благодарю тебя, что ты возлюбил меня. Вешалахта эт Иешуа. И послал Иешуа. Ламут авур хатаим шели. Умереть за мои грехи. Кмо ше у амар. Как он сказал. У ая мурам ми адама. Он был вознесен от земли. Кехет шели. Как мой грех. Ве бо. И в нем. Ани митабель капара шлема. Я получаю полное искупление. И в нем я принимаю вечную жизнь.
Дарко ани маги элейха. Через него я прихожу к тебе. Вани мивакеш. Я прошу. Четалбиш оти бати циткато. И я прошу тебя, чтобы ты одел меня в его праведность. Ветазорли. И помоги мне. Лидамотко. Быть подобным ему. Шилосот масим шило ба хаймаэ. Чтобы делать дела подобные, которые он делал в этой жизни. Во имя Иешуа Мессии. Аминь.